Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала «Мы живем в Латвии». Вы сейчас заслушаете или послушаете, ну кто еще трезвый, возможно, вы что-то и услышите, возможно, и что-то поймете. Речь президента Латвии Эдгара «Обращение Ринкевича» в новогодней речи. Эдгар Ринкевич призвал не бояться мечтать и делать. Мечтайте и делайте. В своем новогоднем обращении президент Эдгар Ринкевич призвал народ Латвии не бояться мечтать. Не бойтесь, мечтайте. Мечтайте и не бойтесь. Делать, делайте, не бойтесь. Ошибайтесь, ошибаться и снова делать. Ошибаться и снова делайте и ошибайтесь. Президент отметил, что новогодняя ночь – это момент перед новыми целями, делами и мечтами. Вижу цель, пропадает мушка. Вижу мушку, пропадает цель. А это, дорогие зрители, подписчики, я добавил, Дед Мороз вам добавил, от себя. Комментарий. Вижу мушку, пропадает цель. Вижу цель, пропадает мушка. Но повторяю, президент отметил, что новогодняя ночь – это момент, не клей момент, а это момент перед новыми целями и мечтами. Однако надежды старого года можно перенести в Новый год. Надейся и жди. Ож, разденься и жди. Ну, это ваше дело, конечно. Но, однако, надежда, которая была в старом году, надежда, она может перенести и в Новый год. Ну, закуску туда и все. Ну, и не только надежда, там и другие есть имена. Конечно же, друзья. Так выпьем же, дорогие наши подписчики и зрители нашего канала. Кто еще зритель, станьте подписчиками. Поздравляю вас с Новым годом. Здоровечка вам всем. За ваше здоровье. У горла наше. Сейчас я вам продолжу. И буду мечтать дальше с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Не бойтесь мечтать и делайте. Делайте и мечтайте. Только на этот раз пусть цели рождаются из надежд. Ну, я немножечко хочу вам направить вас на истинный путь. Только на этот раз пусть цели рождаются из надежд. Ну что вы, ну демография, я, видимо, так понимаю. Демографию надо улучшать. Так что надежды вы там подумайте своими Васьками, Хведьками и так далее. Чтобы только на этот раз пусть цели рождаются из надежд. И пусть ответственность рождается из целей. Вот, ответственность несите и делайте эти, добирайтесь до этой цели и делайте. Но это Дед Мороз вам от себя добавляет. Вы, наверное, заметили. Потому что никто другой не сделает нашу жизнь ярче и красивее. Вы сами надейтесь на себя, я добавляю. Надейтесь и делайте.
и будут у вас из надежд выходить цели и так далее. Из Наташек, из Маринок, из Сережек и так далее. Золотые деньги. Наше счастье. Это наша ответственность. Понимаете вы или нет? Нет, подождите, я что-то немножко не понимаю. За ваше здоровье, с Новым годом, друзья! Будьте счастливы, надейтесь и ждите. Ждите и надейтесь. Делайте. Пока что вы еще не сильно выпивши, делайте. Ну, что сможете, то и сделайте. То и выйдет из надежды. А, наше счастье! Ваше счастье – это наша ответственность. А быть такими, кто определяет нашу собственную жизнь, внимательно, господа, товарищи барины, наше счастье. Дед Мороз вас просит послушать внимательно. Вот то, что сейчас вам скажет президент Латвии Эдгар Ринкевич, послушайте. Наше счастье буду считать по слогам, потому что было, чтобы всем понятно, наше счастье – это наша ответственность. А быть теми, кто определяет нашу собственную жизнь – это большое счастье. Браво! Браво, люди! Вот это я понимаю. Вы хотите быть такими? А быть теми, вот быть теми, кто определяет всю жизнь всего населения Латвии, кто определяет нашу собственность, собственную жизнь, это большое счастье, сказал президент. Дальше, президент, посмотрите, что он нам вещает здесь. Он подчеркнул, что Новый год пройдет. Пройдет Новый год, да? У некоторых уже прошел. Как у вас там, головка не болит? Ну, какая головка, какая? Думайте сами. Ну, как там Надежда себя чувствует? Праздники утихнут. И утихнут праздники. Ой, поверьте мне, поверьте, утихнет, кончится, бутылки закончатся, закуска закончится, а некоторая закуска, ну, может и подзасохнуть, и подзавянуть. Праздники утихнут, и каждый со своим настроением и ответственностью должен сделать все. Должен сделать все, чтобы Латвия стала безопаснее и красивее. Красивее я стал, Дед Мороз ваш. Вот послушайте дальше. Я полон решимости, продолжает президент Эдгар Ринкевич. Он полон решимости построить нашу лучшую страну в мире. Нашу Латвию. Молодец, президент Латвии Эдгар Ринкевич. Я полон, повторяю, решимости построить нашу лучшую страну в мире, нашу Латвию, вместе со всеми вами в следующем году. Пойдемте помогать ему строить нашу красивую Латвию, чтобы она стала красивая. И мы добьемся успеха, заверил Ринкевич. Извините, надо выпить еще. Микстура. Пускай погорит. Язвочки погорят, пускай. Не дай бог, конечно. Будьте здоровы все. Но похмелиться сам Бог велел. Он пожелал, чтобы повседневные дела побуждали всех задуматься. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Вас Дед Мороз всегда об этом просит. Повторю я еще. Он пожелал, чтобы повседневные дела
побуждали всех задуматься. Вы там задумались? А я пока лапшу поправлю на ушах. А, украшения на ушах поправлю. Кашель потихонечку проходит. Морозы пошли. Опа, лапша валится сама. Это я не могу. Ухо! Не ус отклеился, а ухо отклеилось. Ай, блядь, не могу, блядь. Так. А, друзья, Новый год. Вас Дед Мороз поздравляет. Я вас поздравлял вчера, 31 декабря. Так что послушайте обращение. Это надо послушать, чтобы вы поняли, что пожелает нам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Повторяем и продолжаем. Он пожелал, чтобы повседневные дела побуждали всех задуматься. Задумайтесь. Ну-ка быстренько все задумайтесь. Как именно я могу что-то улучшить? Вы задумайтесь. Не могу. Не могу, терпежу. Нет. Ну, потерпим. Он пожелал, чтобы повседневные дела побуждали всех задуматься. Как именно вот президент может что-то улучшить? А также посоветовал смотреть на других не из-под лобья. Вы из-под лобья умеете смотреть? Вот не надо смотреть из-под лобья, а светлым взглядом. Вот светлым взглядом, с открытым сердцем. Ну, сердцем открывать не будем. Открывать сердце будем только единицам. Кого полюбил, тому и открыл сердце. Ну, в смысле, вы понимаете, поймите правильно. Главное, не поворачивайтесь. Так, не отворачивайтесь от экранов телевизоров другим боком. И с открытым сердцем. Президент призвал каждый день думать друг о друге. Думаете вы там друг о друге? А так друг о друге будет думать. Или друг о подруге будет думать. Вот тут я, друзья, не могу понять. Хотя я понимаю. Но вы напишите, пожалуйста, о чем тут шла речь. Может, мне подскажите. Я, может быть, в чем-то недопонял. Заботиться друг о друге и беречь тех, кто не мы, а наши. Ну, не мы, а наши, конечно, в кавычках. Заботиться друг о друге и берегите тех, кто не мы, а наши. Вы понимаете? Он тут что? Не будем искать отличия. Их и так хватает. А что искать отличий? Их и так хватает. Только каких отличий? Мы такие, а не такие ли он такой? Напишите комментарий. Не могу понять, старенький стал. Но давайте воспринимать как должное доброе слово. Улыбки и ободрение. Не одобрение, а ободрение. Взбодритесь, похмелитесь. Но это я уже добавляю, конечно, вы должны понимать. Это сказал Эдгар Ринкевич, улыбки и одобрение. Ободрение, господи, надо ободриться. Ну, давайте за ободрение. И за здоровье, конечно. Ну, вот за ободрение. Так что взбодритесь. Мечтайте, продолжайте дерзать, делайте. Боитесь, но все равно делайте. Не бойтесь, делайте. Делайте демографию, хлобысь, и все. И будет у нас увеличение населения. Но это Дедушка Мороз уже сам вам. Ну, конечно, Дед Мороз уже старенький.
Так что пишите комментарии, может быть, что-то Дед Мороз и недопонял, и что-то вам неправильно объяснил. Объясните Дед Морозу подробнее. Ой, не могу, Дед Мороз снова. Борода из ваты, ты подарки нам принес. Этот вот горбатый, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ахалай, махалай. Ой, подождите, я в той студии или нет? Или я ошибся? Извини. Алло, эй, работники, где мои работники подевались? Спят еще. Господи, вот и найми таких помощников. Нет, там водопадик, значит, я зашел в эту. Ну, конечно. Ну, с похмела можно перепутать студию, да? И в этой студии. Скажите, пожалуйста, я в студию, мы живем в Латвии, нахожусь или нет? О, кто-то гремит кастрюлями. Или кто-то запел. А, нет, это кто-то закашлялся. Морозы пришли, кто не верил? Фомы неверующие, кто не верил? Я вам что говорил? Будут морозы, встречайте холодный Новый год. Помните? Помните, спасибочки. Ладно, друзья, на этом я буду заканчивать. Дед Мороз вам будет сказку сегодня, я вам рассказал. Обращение новогоднего президента я вам тоже. От себя, конечно, как мог. Ну, надо, это святое дело. Так что в новогодней речи Эдгар Инкевич призвал не бояться, мечтать и делать. Понятно? Вот. Всем желает Дед Мороз от имени канала «Мы живем в Латвии», а сейчас живет Дед Мороз именно в Латвии, желает вам здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Но это Дед Мороз никогда не забудет и будет вам желать постоянно, пока Дед Мороз 1000 лет будет живой и 5000 лет будет вам всегда желать вечно. Вот этого то, что я вам сейчас пожелал. Спасибо большое, друзья, за поддержку нашего канала. Все. Ну, я, конечно же, назвал в самом начале, ну, это как бы Дед Мороза, зрители и подписчики, конечно же, дорогие друзья, все дорогие друзья, спасибо вам большое от всего сердца, от всех нас, от моей любимой жены Наташеньки, от меня, от всей нашей семьи. Пожелать вам счастья и, конечно, чтобы этот новый 2024 год был намного лучше и во всем, во всех отношениях, друзья, во всем. Буквально, чтобы люди не болели. Ну, найти бы такое лекарство, сделать бы лекарство, помочь всем людям, которые, не дай бог, чтобы, ну, не страдали, друзья, от этих болезней, недуг всяких. Да, приходится говорить, и это, конечно же, да. Но в дальнейшем я вам объясню, когда-нибудь расскажу, постараюсь сегодня, что же у нас изменится в этом буквально сегодняшнего дня, вот этом 2024 году. Спасибо еще раз за поддержку нашего канала. Еще раз всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте, поставьте лайк, большая просьба, под видео. Подписаться так же самое на наш канал, под видео, на канале. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. До свидания. До следующих видео. Спасибо огромное, друзья. Вот мы и уже и встретили с вами новый 2024 год. Долго ждали, трудный путь был. Но постараемся и дальше топать, и лопать. Ну, что будем лопать, почем будем лопать, кому и сколько добавят чего, мы, скорее всего, в следующем видео разберемся. Ждите следующее видео. До свидания, друзья. Спасибо.